Сарагоса сегодня не играет Ромарик. Травмированный. Более того, теперь, скорее всего, пропустит Кубок Африки в составе сборной Кот-д'Ивуара. А вот и наконец-то убегает Рубен Кастро. И гол! Вот это Рубен Кастро. Нашел-таки. Нашел свой шанс. Ну и, конечно, с некоторой удачей все-таки затолкнул этот мяч в ворота. Роберто сыграл не лучшим образом. Вот искали, искали. В итоге прошла очень длинная передача. И в кои-то веке Рубен Кастро обманул защитников. 10-й гол канарца в этом чемпионате. Кто бы мог подумать, что к 30 годам столько начнет забивать Рубен Кастро. Ай-яй-яй, один Мавилья остался. А где же защитники-то все? Куда побежали? Не успели вернуться. Мавилья страховал. Ну и Роберто не выручил в этой ситуации. Удар не сказать, чтобы прям вот уж не берущийся. И очень удачно сложился голкипер. И вместо того, чтобы мяч отбить, видите, он под ним прополз в ворота. На последней минуте тайма Бетис забивает гол. 10-й мяч Рубена Кастро в высшем испанском дивизионе в этом сезоне. Великолепный результат для нападающего.